Всем большой привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных хрустящих куриных ножек. В глубокую сковороду укладываю куриную голень. Заливаю молоком. По вкусу поперчу. Подсолю. Вливаю воду и ставлю варить на 20 минут под закрытой крышкой. Тем временем в муку добавляем соль, красный острый перец и черный молотый перец. В отдельную емкость вбиваем 2 яйца и слегка взбалтываем. Готовую куриную голень я обсушила, обмакиваю ее в яйце и затем в муке. Далее обжариваю в большом количестве растительного масла до красивой румяной корочки. Курочка получается невероятно красивая и очень хрустящая. Обязательно попробуйте так приготовить. Уверена, этот рецепт вам очень понравится. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!